Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Ну что, приветствую тебя в гостях. Наконец-то мы встретились у камина. Наконец-то, да. Еще один камин появился. У нас появился очередной камин. И мы теперь, ну, еще не разожженный, но это вопрос времени. Еще чуть-чуть, и будет... Камин. Будут куплены дрова. Пока еще нужны дрова. Да. Слушай, сегодня получила сообщение интересное на Ютубе. Женщина написала: «Сейчас, добрый день, дорогие девушки. Пришли по почте ваши книги, за что искренне благодарю. Начала читать, как вы советовали, с управлением восприятием. И у меня вопрос, почему у меня такой детский восторг? Как только я начала изучать книгу, мне нравится ее гладить, рассматривать. Я счастлива, что держу ее в руках. Что значит, у меня открыт мир чувств?» Мир чувств – это мир эмоций, но эти эмоции, они, конечно же, приятные. Детские. Детские, чистые эмоции. То есть это, на самом деле, об искренности. Об искренности и о том, как подсознание реагирует на, да, на книги, даже просто на книги. Вот сколько нам благодарностей за книги присылают, потому что тут с двух сторон можно подходить. Один момент – это реакция подсознания. Подсознание понимает, что появился шанс. Появился шанс на развитие, на движение. И знаешь, как подсознание так, оно говорит: только не упусти, только не упусти. Только вот не это упусти. Детский, да, только не упусти. Пусть это тело услышит. Да, ну, пусть, да, это пусть тело это услышит. Все, да. Это один момент. А второй момент – это то, что книги действительно изданы очень качественно. Конечно. То есть там хорошая бумага, там хорошие шрифты, там приятно держать книгу, хорошие руках, картинки, да, цветные. Приятно там листать страницы, да. Дизайнеры, видно, что работали, угу, верстальщики работали. Там все сделано, там вложены действительно, да, деньги в ее издание. И действительно она сделана качественно. И не одна книга, а все. Все. Потому что сотрудничаем с одними и теми же ребятами. И действительно издание очень качественное первое. Поэтому мы все время, Миша, говорим про коллекционные экземпляры. Да, 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 да. Вот, поэтому, а мир чувств, чтобы открыть, это еще кусок работы. Это целый клубок. Это целый клубок под названием «Жизнь». На самом деле мы же и возвращаемся к себе через чувства. Вот, кстати, тот клубок, который дает Баба-Яга. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Она дает клубочек, куда он покатится. И смотри, как люди живут. Люди живут, они знают, что такое эмоции. Они знают, что такое ощущение. Самые продвинутые, которые занимаются духовными практиками, которые ездят там в Китай или там в Непал или еще куда-то, они знают, что есть уже состояние. Угу. Те, кто занимаются там гипнозом, тета-хилингом, еще чем-то, они знают, что есть состояние сознания. Но про чувства. А где чувства? А ведь чувства на самом деле во всем этом нет. А как сказать человеку, что такое чувство? Нет, я знаю, что такое чувство. Я знаю, что такое радость, чувство радости, чувство любви, чувство... Подожди, ты знаешь эмоцию, да, ты знаешь ощущения. Максимум, если ты продвинутый, ты знаешь состояние. А чувство? И когда начинаешь человеку объяснять, это чувствуется, как если бы. Идет образ, и тут же идет объяснение, почему там у тех же суфиев притчи, а у русских народов сказки и так далее. А как по-другому было передать чувство? Мы таким образом передаем чувство. Проявление, как чувствуется, когда ты попадаешь в ту или иную историю. И дальше человек через призму своего опыта, через чувство общается со своим разумом. Да. Смотри, на самом деле чувство – это чистота. Чистота сознания. Это и есть чувство. Да. Просто всего лишь... Чистое восприятие. Да, да, чистое восприятие. Просто немного изменено. Ну, ты знаешь, я сегодня на самом деле столкнулась с тем, что ум, очень ум, именно так хорошо словил сознание в ловушечку и так хорошо удерживает сознание во сне. Только спи. Для ума страшнее всего, чтобы сознание вдруг вышло за рамочки ум, те, которые границы, которые установил ум. И это страшнее всего для ума. Поэтому ловушечка всегда в виде ограничения всегда стоит от ума.
И как ни парадоксально, вот эта ловушечка, этими ограничениями являются родители. Именно родители, взрослый человек. Потому что люди ждут, ну, не люди, а религия говорит о том, что придет Спаситель, и он спасет всех, да? Но Спаситель – это наш ребенок. И дети рождаются. То есть Спасители рождаются, чистый свет, чистый, да, вот эта чистота рождается. Но эту чистоту тут же родитель ограничивает, засоряет. Благодаря чему? Благодаря уму. Ум ловко-ловко исказил, поставил ограничения, и человек просто не может себе позволить выйти за эти рамки. Вот ты даже начала с того, что много есть на этих направлений, не религиозных, а как они там? Духовных. Вот. Да, я-то знаю, что иногда где-то словлю, что духовника какого-нибудь рассказывающего там в ТикТоке или где-то, и не, так, знаешь, начинаешь слушать, и я понимаю, что у человека, не у всех, есть вот конкретно сознание его просыпается. Есть там действительно зерно знаний, и действительно есть эта информация. Но, блин, она искажена, да так ловко искажена выносом ответственности высшей силы. Как только я слышу, мне дали, или мне загрузили, или высшие силы, подключили, или другие планеты, или подключили, все. Ты представляешь, насколько ум ловко придумал сон сознанию? Не выходить. И смотри, как получается. Сознание вроде просыпается, да? Просыпается. Сознание ведь очень хорошо слышит чистоту, да, слышит себя, просыпается. Но при этом вот это вот маленькое искажение, вынос Бога из себя, вынос силы из себя, то есть есть кто-то над тобой, все. Человек вроде чувствует, вот они, я просвещенный, да, вроде чувствует, в нем эти все знания, но он никак не может себя преодолеть и выйти за эти рамки, что есть, что нет никого, кроме него. Понимаешь, вот этот момент, когда человек не пытается, страх, что страх? Я буду одинок, как? Да. И тут же включается вот это коллективное сознание, да, коллективная часть в человеке. И получается, человек вот с этими духовными практиками, это мой опыт, я наблюдала тысячи людей, которые ходили на семинары, я же организатором была. Человек через практики, через духовное развитие пытается компенсировать социализацию. Ему хочется быть уникальным, хочется быть значимым, хочется, чтобы твое проявить зеркало тебе уделило внимание, чтобы ты проявился, чтобы ты стал не такой, как все. А духовный путь, он кажется, ну так это же легко, я там буду больше всех усерднее медитировать, я там начну толкать умные речи. У меня третий глаз откроется. У меня там открыт третий глаз, когда психолог говорит, но я же тоже там что-то такое вижу, ну вот я такая уникальная, ну чтобы поставить лишние $10 за сеанс. Это ведь все про это. Это попытка. Кажется, духовно это очень просто. Вот раз, и ты уже не такой, как все. А это всего лишь путь, получается, то же самое, что разрисовывать зеркало снаружи. Вот ты подошел к зеркалу и говоришь, о, губы у меня не совсем красные. Раз, нарисовал себе губы на зеркале. Отошел, ой, нет, губы нарисованы не там. Пойду-ка я теперь займусь тета-хиллингом. Занялся. Ой, нет, губы не там. Пойду гипнозом займусь. Ой, губы не там. Пойду рейки займусь. Пойду еще чем-то займусь. А на самом деле ты идешь заниматься ни рейки, ни гипнозом, ни тета-хиллингом, ни цигуном, ничем. Ты этим объясняешь твою потребность в социализации. А это потребность почувствовать себя, быть нужным самому себе, любимым самим собой, уделить внимание самому себе. И пошли. Практика зеркала в чистом виде. И ты знаешь, вот интересный момент, который наблюдаю в последнее время в окружении. Есть люди, которые прошли уже все. И они выходят, вот просто упираются в потолок. Нет осознания нужности себе. Вот, это вот я в этом. Граница, ограничение, крышка. Остается вот этот вот страх одиночества. Страх, крышка, да. А вот этой нужности себе он нет. И нет понимания, осознания вот этой уникальности своей.
Угу. И тогда возникает вот эта потребность социализации, чтобы быть каким-то вот значимым, угу. важным. Это значит, не важен сам себе на самом деле человек. И вот когда он подходит к этой вот планочке, крышечке, ты знаешь, идут семинары уже не духовные, угу. уже материальные. Человек говорит, ну вот я уже такой духовный, уже все вознесся, уже, да, уже можно по воде ходить. Да? Я такой уникальный. И вот теперь меня заинтересовало, например, вышивание бисером. Мы идем в материю. Угу. Меня заинтересовало там банное искусство, там парение. Меня заинтересовало там умение как-то танцевать на шесте, там еще что-то, да. Начинается такая материя, связанная с обычной материей, обычный материальный мир. Типа, вот моя кукуха была улетела, теперь моя кукуха возвращается. Да, прилетела, с теплых краев вернулась. И вот восьмерочка такая. Потом он набудется в материи, найдет новое направление, куда снова кукуха полетит и пойдет вот так. Эти восьмерочки, причем опять-таки из разновидностей, вот из того, что я вижу в окружении, а человек уже, когда вот по этим восьмеркам не один раз ходил, да, в какой-то момент он уже не знает, как выпендриться и что придумать. Значит, мы в Непал. Мы пойдем в Непал, и там такие преодоления, такие трудности, там натертые ноги, сбитые башмаки там и так далее. Нахрен тебе это надо? Вообще непонятно. Угу. И при этом дальше сказать нечего, объяснить. Вот ты в точке, ты в тупике, да? Угу. Ты уже в банке в своей собственной, под крышкой, и ты уперся в эту крышку. И дальше либо ты включаешь разум, а это только через чувства, либо тебя размазывает по твоей же собственной крышке. И дальше следует, знаешь, когда тебя размазывают по своей собственной крышке, надо выдохнуть, тебя не так мазать будет, да? Поэтому это рассказывается так. Ой, там было. Ой, вы не представляете. Вот такой вот вариант, да? Потому что сказать дальше уже нечего. Это своеобразная фаза деградации, когда сознание уперлось, когда тело все равно не слышит. Сознание не расширяется за пределы тела, а это тело все равно ни хрена не слышит. И тогда подсознанию, вот следующий шаг уже под этой крышкой, это остается вот так поставить и со всей силы звездануть под задницу. Но это будет очень быстро. Ну, потому что уже достало. И вот я когда вот эти вещи вижу, я не вмешиваюсь в эти процессы ни в коем случае. Люди живут своей жизнью, и, может быть, кому-то вот наш разговор будет полезен услышать и узнать себя на каком-то из этапов. Потому что равносильный этап, знаешь, когда человек начинает, вот он духовное искание, да, он был в материи, например, восьмерочку строил, потом раз пошел в духовное искание, я построю церкви, я там повешу купола, я там повешу иконы, я там, а пустота внутри остается, и тебя начинает мазать по крышке подсознания. Да. Что тогда делает? Мажет по здоровью. И ты можешь оправдывать это возрастом, старостью, нервными заболеваниями, стрессами. Это все оправдание. Просто, да, это оправдание. Другого выхода нет. Другого выхода нет. Все, ты под крышкой, тебя мажут по твоей же крышке. Это твоя крышка. Это крышка твоего гроба. И либо это опять-таки снова старение, умирание. Конечно, и смерть, да. Это ты сам себе уже гвозди эти забил ограничениями. И просто ты уже уперся в эту крышку, и все. Ты подходишь, и дальше тебе ничего не остается делать, как так. Фу, я такой духовный, никому не нужен. Ты не нужен сам себе. Сам себе, потому что ты улетел от себя. Человек никак не может. Только в инфодайвинге. Вот единственное, кто это инфодайвинг, да? Где мы говорим о целостности. И без выноса ответственности. Без выноса, все на себя. Только на себя. Человек никак не может преодолеть свой вот этот страх, что он один. Что все, больше ничего, все остальное – это продукт его сознания. Он никак не может это преодолеть. Ему надо обязательно, чтобы был вынос высшей силы, Бог, кто угодно, инопланетяне. Да, то есть обязательно. Но ведь можно игру создать другую, без выноса ответственности, а гораздо красивее, действительно чистую игру, смотри, открытую, чистую. Когда ты вынес ответственность, ты сразу уже можешь включить эмоцию, ты сразу можешь обвинить, уколоть, ты можешь поиграть в конкуренцию, ты можешь поиграть в злость, в войнушку, в танчики, в пиф-паф, уй-ой-ой, умирает зайчик мой. Да? Это, да,
Это вот. Все не разуме на самом деле, но это варианты игры. Варианты игры, но и при этом это не о силе. Это о слабости. О слабости. Это слабая, это больная игра. Это игра в болезнь, да? А сила – это когда? Когда ты берешь на себя ответственность. Всю. Когда ты все возвращаешь. Вот это сильная игра. Когда мы говорим про ответственность, человек сразу попадает... Видишь, как программа ума сработала? Она перекрыла все подмены. Да. Все полностью. Да. Когда мы говорим об ответственности, первое, что приходит человеку в голову, это я женился, я взял ответственность за семью. Да. Я родил детей, я взял ответственность за детей. Я их кормлю, содержу и так далее. И в этом вся про чувства нигде, нигде чувств нет вообще. Я там завел свой бизнес. Я взял ответственность за свой бизнес. А кто за меня отвечает? Я там хожу на работу. А кто за меня на рабочем месте отвечает? А ты, если наемный работник, ты вообще ни за что не отвечаешь. Как только тебе зад прижарит, ты тут же на директора скинешь. Это не я, мне так сказали. И так во всем. Вот это не я, и тут же ушмыгнул. Не я. А так, знаешь, так и улизнул. Улизнул. И при этом, улизнул, и при этом ключ в том, искажение. Что... Вот это искажение, оно допускает такой вот вынос ответственности. То есть у человека нет понимания глубины ответственности. Угу. Но это искажение допускается из-за отсутствия благодарности, да, в принципе, да, в обществе. Да. Посмотри, вот я сейчас буду говорить жесткие вещи. Наверное, на камеру, может быть, и не стоило бы их говорить. Угу. Но мы можем просто посмотреть со стороны, взять, например, российский регион или американский регион. Угу. Так, наверное, будет проще. Угу. На самом деле, по подобию весь. Или немцев взять. Да? Вот есть немцы. У них была Ангела Меркель. Кто из немцев сказал Ангеле Меркель благодарность за то, что она была? Была куча зависти. Она же там руководящий сотрудник. Она же там имеет там много-много-много. В итоге человек реально... Это наемная работа. Руководитель – это наемная работа. Даже если это государство. Он пашет с утра до вечера. Ему кто-нибудь спасибо сказал? Ему никто не сказал спасибо. Человек положил здоровье. Помнишь, как она там болтала ее в конце ее правления? Человек положил здоровье. Сейчас воспоминания, когда ее вспоминают. Как железную леди, как не женщину и так далее. Где благодарность? А благодарности нет. А есть что? Есть зависть. Есть зависание. Кажется, что вот это вот не я мое, имеет все, весь мир. А я вот такой бедный из-за нее вот. Там не те законы приняли. Из-за нее у нас там налоги повысили. Из-за нее бастует там Франкфурт, да? Забастовки этих авиаперевозчиков и так далее. Из-за нее. Она там виновата. Подожди, а ты где? И так в любой стране. А начинается с чего? Верни ответственность и скажи спасибо. Спасибо за то, что в то время, когда она там чем-то занимается, ты можешь заниматься своим делом. Ты не занимаешься этими проблемами. И таким образом получается... снимается полностью напряжение. Но напряжение снимается только через благодарность. И пока ты не научишь человека благодарить, ты будешь в напряжении. Ты будешь в дурных играх. Да. И это игры больные конкретно, потому что это зависть, это злость, это ожесточение, вот это вина, обида и так далее. Это манипуляции. Манипуляциям сейчас учат открыто. Все тренинги построены на манипуляциях. Возьми. Вот сейчас раскручивается очередной лидер, который сперва рассказывает в ТикТоке про грибы, как сознание грибов тебя делает духовно развитым. И следующий ролик на фоне Бугатти. Да? Если ты не имеешь Бугатти, значит, тебя не надо слушать. Бугатти твой? Не, не его. Но он нашел на фоне. Да, но нашел на фоне. На лохотрон. Видишь, ложь. Ложь, как... манипуляция. То есть и фраза начинается. Я для вас записал бесплатно. Да ты ничего ни для кого не делаешь. Ты все делаешь для себя. Только врешь для себя. Все мы делаем для себя. Только вранье, когда ты впариваешь, что это для тебя бесплатно. Вот за ноздрю потянул на жадности. Манипуляции, манипуляции, манипуляции. Опять-таки манипуляции идут в личную жизнь, в семейные отношения. И потом, ой, почему же я такая несчастная? Ведь это очевидно, почему? Оно очевидно. Ты себя никогда не обманешь, никогда от себя не убежишь. Никуда не убежишь. Пока ты бегаешь за лидерами, за авторитетами, пока у тебя вынесено, пока над тобой твоя сила вынесена, пока над тобой есть кто-то, ты будешь болеть. Ты говоришь слово «лидер», да, а у меня автоматически буквочка «Л», она очень похожа на буквочку «П». И у меня, вот так как я, ну... лидерских тренингов видела очень много в своей жизни. Тебе хочется сказать другое слово. И мне сразу хочется буквочку «Л» поменять на буквочку «П».
Ну, потому что это... естественный процесс. А это уже будет действительно... суть. Да, суть в чистом виде. Это отражает суть этих тренингов. Да, да, да. И при этом, смотри, сколько молодежи бросается на манипуляции, все. И уходит от чистоты, уходит от себя. От себя. Все. Угу. Потом болеет. И теряет себя, да, и бежит за морковкой. Да. Бежит. Там впереди кто-то авторитет, кто-то где-то. И все. Поэтому вот это самое большое, самое первое большое искажение. Знаешь, как граница или как забор. Это вот вынос Бога из себя. Да. Силы из себя. Вот это вот в религии. Ну, прям вообще вот самое первичное искажение. Еще когда я говорила об этом, еще, наверное, я не знаю, сколько, года 3 назад говорила. Вот это первое, первое. Начните, если вы уже увлекаетесь Библией, допустим, прочитайте Библию, попробуйте, пересилите себя, прочитайте из позиции, что Бог – это вы, с позиции «я». Да? Прочтите, глаза просто вот откроются, но это же страшно. Это страшно. Как я возьму на себя такую ответственность? Это грех назвать себя это Богом. Грех, это грех, это грех. Это о чем вы? И вот этот страх все искажает. И человек как уж на сковородке изворачивается, как червяк, и уходит. А смотри, на самом деле, какой грех, если уж говорить о грехе и этой терминологии, какой грех выкинуть Бога из себя? Угу. Вот себя из себя выкинуть. Себя из себя выкинуть. Знаешь, так взять, ну, образно, да, образно, если взять, ну, взять, достать сознание, либо достать душу из тела, да, выкинуть. И нафиг. Сказать, что она альфа-центавр. Да. И ходить пусто, знаешь, зомби. Вот на самом деле это суть жизни. Это суть, вот да. Как мы живем, зомби, спящие зомби, у которых где-то везде, только не здесь. И все. А еще, опять-таки, вернемся к родителям и детям. Почему еще закрепляется? Я сегодня очень хорошо ум прочувствовала. Вот я прям... Сегодня куда-то ездила, явно. Ты знаешь, нет. А хотя да, ходила. Но я... Ну, когда ты о родителях и детях... В школу сразу ходила. И, короче, смотри, как ловко ум... Ну, прям вообще настолько ловко держит сознание в спящем состоянии, и ты никуда не попрешь. Это вот родители и дети. То, что мы все рождаемся, да, у нас есть родители. Родители как? Я родитель, я знаю лучше, я тебе помогу, я знаю лучше, ты не знаешь, ты еще только родился. Это впитывается вот прям с молоком матери, да? То есть, что впитывается? Слабость. И что впитывается? Что есть родитель. И потом, когда еще и религия вмешивается, что Бог вынесен, есть тут учителя в школе, есть воспитатели в саду, ты слушайся их. И смотри, и мы уже, будучи взрослыми, для нас принять то, что у нас есть где-то высшие силы, где-то Бог, это легко. Мы просто, для нас это, ну, в априори настолько естественно, что по-другому мы мыслить даже не можем, да? То есть, смотри, как граница для нас, ограничение, вот просто естественно. Выйти за пределы тела у нас страшно. Это, то есть, вот если ты вдруг вышел за пределы тела, ну, не в плане... Короче, если вышел за пределы, это смерть считается, правильно? Смерть. Но везде, везде границы, которые стоят именно как ловушка ума. И ты вот это... родительская, взрослый есть человек и ребенок, и все, мы все в этой ловушке. Все, вот все. И мы даже как говорим, пока у нас живы родители, мы дети. Смотри, ну так ловко, и рот так, и подкатил на Мерседесе, и стоит тут, да, да, слушай, сон, видь этот сон. А где здесь любовь? Здесь ограничение. Любовь – это свобода. Тут нет любви. Нет любви. А ведь сила в любви, в чистой да. любви, в свободе. А как... многие еще сами к роду обращаются. Род, да, помоги, дай мне дай, силы, помоги, да. дай. Род так смотрит, а тебе мало страданий, на. Что тебе вообще? Артрита не было, найди артрита. И мы такие, да, в нашем роду артрит передает. И знаешь, так и вирус так
плавно передаем. Мы с тобой видели, как вот курсы, когда даже, да, проводили, как рот красивенько так преподносит. И попробуй еще забери из рода, это счастье. И откупается, если ты пробуешь забрать. Откупается. Ты знаешь... Так красиво ловушки подстраивает. Ты знаешь... А ведь это все наш ум. Я сегодня с утра висела в чате мам. И там было одно сообщение, разговор один очень интересный. И я споймала себя на том, что, может быть, я зря даже вмешалась в эту переписку, в этот разговор, но мне показалось, что это будет полезно другим мамам, потому что очень многие мамы, они продолжают ждать помощи со стороны, да, то есть вот этот вынос, он остается Бога из себя. Нет осознания, что я Бог, я решаю, болен мой ребенок или не болен. И что мне надо вернуться к себе, и мое решение ключевое. Где мое внимание, там и будет создаваться что ребенок. Что я создатель. Да. Либо он будет создаваться больным, либо он будет создаваться здоровым. Это мое сознание создает. Вот это даже понимание. Почувствовать разницу. Да, понимания. Даже понимания нет. Казалось бы, на всех консультациях это объясняешь, все, показываешь, сколько наших стримов записано, все. Но оно как-то ускользает. В книгах сколько к этому человек шел, когда, пока не догнал это дело. Вот. Но при этом я сегодня очень четко словила момент, когда внимание человека зацеплено за болезнь, и он не может отпустить болезнь. Вот как я отпущу аутизм? Я заберу свою самую любимую игрушку. Нет, у вас не было аутизма. Ваш ребенок поправился, у вас не было аутизма. Точно не было. У вас было что-то другое. А вот аутизм – это все, это капец. Потому что в аутизме я такая уникальная, я такая важная, я так проявляюсь, меня все жалеют, у меня на этом плюшки. И забрать игру аутизм, я пыталась, и ты знаешь, в какой-то момент я почувствовала просто глухую стену. Там начали помогать девчонки уже, они включились, те, кто уже эту фишку просек, кто, у кого дети пошли уже на выход. И они там начали помогать писать, еще сейчас стоит переписка там. Но я почувствовала вот эту глухую стену, как китайская стена. Она настолько глухая, там вообще нету чувств. Вот когда ты натыкаешься на такую глухую китайскую стену, я вдруг осознала вот эту фразу, пока тело не услышит. Сознание не может достучаться, и твое сознание не будет создающим, потому что у тебя разрыв по разуму. У тебя нет разума, потому что у тебя нет чувств, потому что ты не слышишь. Ты не слышишь, и тебе даже... Это, знаешь, это как перед слепым написать крупным шрифтом. Он не видит его. Как перед глухим, глухому кричать в ухо. Он не слышит этого. И вот когда у человека такая глухая стена, я понимаю, что есть только один механизм, который будет двигать. Это боль. И сделать что-то в этом случае за человека, я вдруг поняла Бога. Вот реально сидела... И я понимала безысходность, которую испытывает вот то, что мы называем Богом, вот эта часть нашего сознания. Это безысходность, когда тело не слышит. Понимаешь? А вот это китайская стена и полное сознание, что да, это такая игра. Вопрос, тебе эта игра интересна или неинтересна? Если неинтересна, приди внимание. А человек говорит, Бог от меня отвернулся, Бог от меня отказался. А Богу деваться некуда. Ты глухой и слепой. И он тебе сделал все, чтобы ты прозрел. А нет, ты перестаешь быть интересен. И все. И, наверное, по такому же принципу, вот если брать по ярусам, как эти вот наши тетраэдры идут, ну, более высокий ярус в какой-то момент, да, он отворачивается, потому что, ну, ты доразвейся через свою боль. А когда ты все это начинаешь осознавать целостно, то в какой-то момент вмешиваться или не вмешиваться. Вот в чем вопрос. Ты когда сказала, что я вдруг поняла Бога, у меня улыбка пошла. Знаешь, такой вынос, так Бог. А на самом деле, смотри. Заметь, тебя... поняла, не осознала, а поняла. Да. Потому что осознала было значительно раньше, в обратную сторону процесса да. идет. Смотри, ты произнесла эту фразу, произнесла. Я вдруг поняла Бога. Сразу мгновенно Бог стал где-то. То есть ты его вынесла. Я, знаешь, так продолжала слушать. Я понимаю, что вот слушая, человек начинает путаться. Так вы же только что говорили, что это все мы, а тут уже вынесли. А я вдруг понимаю, знаешь, как вот прям чувствую, вот понимаю, говорю, а я вижу это. А я вдруг поняла Бога. На самом деле это как произошло, как точечка вдруг
развернулась, растянулась. И там много-много-много разных, как дисков, скажи, или вариантов, которые в определенной последовательности. Именно в последовательности. От меньшего к большему. То есть, на самом деле, мы целостны, но если рассматривать игру как игру, то ее надо растянуть и для того, чтобы увидеть вот эти все этапы. И тогда действительно получается, при этом это я все, но при этом получается, что Бог – это та самая сила, к которой я иду. Но это не я, это если рассматривать с позиции… Да. Это я уже вынесла из себя. Да, то есть вот она, игра развернулась, но при этом становится, благодаря вот этому растяжению, становится понятным хотя бы, куда двигаться, знаешь, как, или где путь появляется, движение появляется. Да, да, куда, куда идем, куда идем, товарищи, да. А сейчас сатану, если давать. Да, 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 да. Ну, тут, да, тут вообще тогда. Тема тем. А когда ты все это видишь вот так, да, и того же сатану сюда же, то ты просто понимаешь вот это вот, осознаешь, понимаешь, назови как хочешь, даже для тебя не будет слова, не будет играть роли. Сказал ты, понимаешь, чувствуешь или осознаешь, оно не играет роли, ты видишь. Все, ты вот видишь и знаешь. Целостность, всю эту целостность. И вот эту целостность разложить тогда, объяснить. Но это настолько очевидно. И ты тогда можешь действительно, вот если вопрос задается, ты просто сразу, видишь, открылась. Ну, то есть открываешь так и читаешь. Что следующего? Открываешь и читаешь. Понимаешь, это вот так выглядит. Потому что ты видишь Бог все вот так. Бог у тебя четная страница, она нечетная. То есть и все это при этом, это все я. И, ну, очевидно. Ну, это... Вот так же, как ты про маму, которую ты говоришь в чате. Я еще не читала, мне будет почитать. Смотри, то же самое. Игра в аутизм, да, для нее это игра. Это жизнь. Смысл жизни. Смысл жизни, да. Понимаешь? И поэтому она даже не понимает того, что ей предложилось извне. Почему? Потому что у нее вынесена туда сила, туда вынесен авторитет. Ей предложилось извне, и она согласилась. А это значит, образовался карман, который не ее. И она слепо в нем спит. Вот она опять-таки позиция ума. Она спит. Но для того, чтобы услышать, что, о чем ей говорят, когда возьми ответственность на себя, и тебе говорят, твой ребенок здоров, услышь. Ты сонная женщина, услышь, спящая красавица. Да, услышь, что твой ребенок здоров. Нет, 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 она сон хочет досмотреть. А ей надо этот сон, то есть ей надо осознать, что то предложение – это не ее потребность, не ее, то есть, желание, а это любовь надо и сила закрыть, да? И, а ее это создать. Смотри, направление, чувствуешь? Закрыть и создавать. А создавать – это значит быть солнцем. Это значит быть жизнью. Это значит быть здоровым. Это значит проснуться. Это значит любить. Любить своего ребенка. Это значит быть искренним. Это об этом. И тогда ты, солнце что дает? Жизнь. Ты становишься солнцем, и твой ребенок греется в лучах, ты искренний. Но ты тогда идешь... в этом сознании нет места болезни. Как? И тогда так, ты не можешь внимания на болезнь. А что мы говорим? Когда солнышко, мы здоровы. Да, да, да. Вот это об этом. И когда внимание постоянно на солнце, на солнце, на солнце, ты будешь здоров. Но если твое внимание все время в тени, да, ты будешь болен. Да. Так даже смотри, как ловко ум даже с солнцем внес искажение. Солнце опасно. Да, от него рак развивается. От него рак. Да, и уже есть люди, у которых от солнца будет то есть, рак. То есть, понимаешь, закрывайся от солнца, не просыпайся, спи. Не просыпайся, спи, да. Закрывайся. Не будь, то есть смотри, человек интуитивно, ему тянет к солнцу, да, ему хочется солнца, а здесь страх. И поэтому получается несовпадение.
Вот они вампирчики, образно, да, зомбички, которые боятся солнца и болезни. Опять мы видим, очевидно, болезнь. А когда ты сам счастлив, ты сам солнышко, и солнышко снаружи ты видишь, это коннект, это счастье, это свет, это здоровье. Так даже здесь ум втесался. Вот прям как красиво ум через страх качает свои программы, свои сны, свои фильмы, что хочешь, свои игры. Через страх. Не отключить, не убрать, никак. А страх возможен только когда вынос ответственности. То есть вынос, да. Сила когда вынесена. Когда есть семья, сила вынесена. Любой способ вынеса, выноса. Да. Первичное искажение, первичное. Если пошла игра, и тогда религия так сидит, и да. Спите, дети мои, спите. А я на вас, мои. Овны, да. Я еще вас побрызгаю, окроплю. Подаю, окроплю. Покормлю кровушкой Христа там, да? Да, напою, венца дам. Ритуал справлю. Ты знаешь, меня шокируют ритуалы. Угу. Я настолько очевидно это все вижу, угу. Что я не понимаю, как можно этого не видеть. Это же чернокнижные ритуалы все. Они... И это просто, это безумие. Это для этого, безумие. Для того, чтобы его увидеть, что это ритуал, и человек должен хотя бы один глаз приоткрыть. Хотя бы силой так приоткрыть его. Понимаешь? А человек очень сильно боится открыть. Вот этот страх появляется только с выносом ответственности. Все. С выносом силы из себя. Появляется страх. И тогда ты управлять можешь как угодно. Хорошо, давай поговорим о силе в следующем подкасте. Давай.